В то время как в новозеландском городе Крайстчерч продолжают разбирать завалы после землетрясения, 2 марта в основании упавшего памятника на центральной площади нашли капсулы времени. Уникальную находку сделал крановщик во время работы возле полуразрушенного кафедрального собора. Капсулы находились в постаменте памятника Джону Годли, основателю города. Сама же статуя рухнула во время мощных подземных толчков. Крановщик, работающий на площади, заметил что-то в верхней части постамента, оставшегося после падения статуи. Там были эти вещи. Старинная капсула и эта стеклянная бутылка со свернутым пергаментом внутри. По предварительным оценкам, артефакты пролежали в постаменте почти 145 лет с момента установки памятника в XIX веке. По мнению мэра Крайстчерча, находки могут содержать послания потомкам от первых поселенцев в городе. Сейчас артефакты передали в музей Кентербери, где эксперты исследуют находки в необходимых для этого условиях.